Вы помните, что мы, как община, сейчас находимся, изучаем первое послание Петра. И мы только прикасаемся к самым основным моментам. И когда мы изучаем более глубоко, так нам открываются другие вещи, которые мы постоянно обновляем для себя. И когда я начинаю учить, я всегда напоминаю, то есть делаю небольшой обзор того, что мы проходили в прошлый раз, и также мы сделаем сейчас. Мы научились тому, что апостол Петр, ученик Иешуа Мессии, למי הוא כתב? כתוב לתושבי התפוצות פונטיה, גלטיה, קפפדוקיה, אסיה וביטניה. Он писал свои письма, и написано, кому он писал: пришельцам рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. И мы уже выучили то, что он говорил к евреям. Евреям, которые жили в диаспоре. Не к христианам, не к другим народам, которые жили в этих странах. Но, естественно, в тех общинах, в которых он писал евреям, были также неевреи, поэтому Божье Слово актуально для всех. Но когда мы изучаем и понимаем его слова, когда мы изучаем, мы понимаем, что он имеет в виду, когда говорит «свет и тьма, жизнь и смерть». Вы помните, да? Мы уже учили, что такое свет и тьма. Кто был во тьме? Хорошо. Окей, аз михадаш. Я думаю, если вы ничего не помните, так с самого начала сейчас все будем. Вау. Ифраим и Вета банует Аарон Акодешазе. Ифраим и Вета спроектировали, и мы построили Аарон Акодеш, этот. И мы его сделали таким образом, то, что он выглядит как прообраз облачного и огненного столба, который вел наш народ в пустыне. И если вы посчитаете, сколько здесь есть языков пламени огня, вы увидите 70. Почему 70? Потому что, согласно тому, что написано в Торе, Бытие 10-11 главы, весь мир шел за Нимродом. 70 народов. И они стали строить Вавилонскую башню. И как наказание Бог наказал их безумием. И это состояние называется тьма. 70 народов впали в состояние тьмы и не знали, куда им идти. И в Бытие, в 12 главе написано, что также Бог нашел Авраама, и из него он сделал народ, народ израильский, И он определил то, что этот народ должен оставаться в свете. И здесь есть такая ручка, это 71-я часть строения всей этой комбинации. Она похожа своей формой на карту Израиля. И через Израиль Бог открывает свет остальным народам. И поэтому то, что мы выучили, что весь мир был во тьме, но над Израилем всегда сиял свет. Но даже те, которые были в свете, не всегда они были здоровы для Бога. И я привел такой пример. Кто помнит пример лекарства, когда принимают витамин D? В Израиле многие люди идут и делают себе анализ крови. И им говорят, вам нужно принимать капли с витамином D. Вам не хватает солнечного света. И это парадокс. Потому что в Израиле, в нашей стране, не хватает света. Духовным образом, даже несмотря на то, что народ израильский находится под светом небес, под благословениями и обещаниями Бога, их частично они находятся в смерти. И здесь написано, Петр говорит, Иешуа дал им жизнь. Поэтому есть разница между тьмой и светом. Тьма — это то место, где находятся язычники и балаган, и разделение всего этого мира. А свет — это место над Израилем. Но и в Израиле не все находятся в жизни, поэтому Иешуа тот, кто дает жизнь. Мы это выучили. И вы помните, что мы учили про Шеоль? Кто помнит, что такое Шеоль? Да, да. Кто помнит, что это за место преисподней? И не всегда, когда мы слышим на русском слово «ад». Это преисподняя, это Шеоль, это другое место. И мы об этом много учили, поэтому если вы хотите узнать, что такое преисподняя или на иврите Шеоль, и зайдите на Oasis Media и посмотрите эту проповедь. И также мы учили о спасении. И здесь написано, что Бог избрал нас, и Он дает нам и спасение мира. Вечное спасение. Вечное спасение. Но есть также и выражение, что вам нужно достигать спасения. Что значит достигать спасения, работать над спасением? Есть небольшое противостояние, противоречие. С одной стороны, Бог нам дал спасение по благодати, с другой стороны, нам нужно стараться его заработать. И мы тоже это изучали. Кто помнит? Два человека помнят, уже неплохо. Нам надо, наверное, всем кофе попить и проснуться. Эсхатологическое спасение. Это Бог обещает нам, если мы идем за Ним. Если мы дали Ему возможность. Но есть также в нашей жизни сферы, когда мы проходим испытания, когда мы проходим трудности. И также на иврите это тоже слово называется «спастись», выйти из искушения, победить болезнь, выйти из проблем, в которых находится наша семья или лично мы. Здесь нам нужно уже приложить усилия. Возможно, простить кого-то. Возможно, попросить прощения. Возможно, оплатить свои долги. Возможно, может быть, даже страдая и в терпении пройти какой-то трудный для нас период. И тогда мы придем к победе. Мы также изучали, что имя Машиаха или то, что написано, Машиах распятый за нас до сотворения мира. Так написано в Петре. Петра. Что это значит? Это значит, что Бог в своей мудрости знал, что люди потерпят падение. И Он приготовил уже спасение в Мессии до сотворения мира. И согласно еврейской традиции, есть 7 вещей, которые Бог сотворил до сотворения мира. И намеки на это мы можем найти во многих местах в Святых Писаниях. И вот 7 этих вещей. Первое — это Тора. Скорее всего, говорится про 10 заповедей. И даже не это совсем. Это дух 10 заповедей. Те вещи, которые даже невозможно произнести на человеческом языке. И эти вещи Бог использовал для того, чтобы произвести весь этот мир, в котором мы живем. На небесах есть небесный храм. Откуда мы это знаем? Потому что написано, Бог говорит, сделай так, как я показал тебе на горе. Там, где он восседает, есть трон славы. Мы учили про преисподнюю, и мы также учили про рай. Бог создал в нас способность каяться. Когда мы сделали что-то плохое, у нас есть внутри это побуждение. И в ортодоксальном иудаизме говорят, что имя Машиаха было создано до сотворения мира. Но ортодоксальный иудаизм — это не настолько древняя религия. היהדות האורתודוקסיה המודרני זה דת שאולי 1500 שנה או 1700 שנה Современный ортодоксальный иудаизм не настолько древняя вера, где-то, может быть, 1300-1700 максимум лет существует. Но Новый Завет существует 2000 лет. И там мы читаем про Машиаха, который был распят до сотворения мира. Потому что Бог смотрел вперед. И с самого начала сотворения мира Он приготовил уже путь спасения и выхода из греха. И об этом мы изучали в первой главе. И сейчас мы переходим ко второй главе первого послания Петра. Если мы хотим следим за уроками, то это 9-й урок. И я дал ему такое название «Самодисциплина». И то, что здесь написано. Первая Петра, 2 глава, 1-2 стихи. «Итак, отложи всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Здесь есть заповеди, место заповеди. Что такое заповедь? Что такое заповедь? Заповедь — это повеление. Это то, что ты должен делать. Не я могу это сделать за тебя. И даже Бог не может за тебя заповедь сделать. Это очень ясное повеление. И тут написано «отложите от себя» или «стойте в самодисциплине». Что, о чем здесь говорится? Здесь есть несколько слов. Первое — это зло. Злоба. Что значит злоба? Злоба — это когда ты осознанно собираешься или делаешь кому-то зло. Я очень надеюсь, что здесь нет людей, которые планируют сделать какое-то зло. Но если вдруг есть такие здесь люди, тогда это ваша ответственность. Если ты строишь план, сделать какое-то зло против стандартов моральных Бога, возможно, изменить своей жене, или украсть у кого-то деньги, или кого-то подставить. После того, как ты это сделаешь, не говори: «Бог, вытащи меня отсюда», потому что ты получишь за это наказание, ты заплатишь за это цену. Тут есть очень ясная заповедь. Отложите всякую злобу. И здесь написано «всякое коварство». Что значит коварство? Это когда ты не прощаешь человека, и ты пытаешься с ним в шахматы поиграть. Ты помогаешь ему упасть. Ты таким образом устраиваешь дела, чтобы он упал. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы все не маленькие дети. Мы можем сказать про кого-то какое-то слово, что-то плохое, какое-то вранье. И поползет слух. А потом этого человека из-за этого слуха не примут на работу, например. И в Торе очень ясно написано, если ты кому-то роешь яму, и человек в эту яму попадает, то ты дорого за это заплатишь. Возможно, тебя на месте за руку не поймают. Но Бог будет судить тебя. Он наблюдает за своим словом. И что нам тоже еще опять нужно от себя отложить? Написано лицемерие. Что значит лицемерие? Скажите, что значит быть лицемерным, лицемерие? В субботу на собрании ты такой очень приятный верующий человек. Верующий человек. А с воскресенья по пятницу ты другой. Лицемерие — это очень мерзкая вещь. Это обман. И, может быть, люди скажут вам, ну что ты такое говоришь. Обычно люди стесняются. Но это правда. И есть заповедь убрать от себя лицемерие. Зависть. Я не буду говорить про зависть, мы очень много учили про зависть. И уберите, пожалуйста, всякое злословие. Злословие. Помните, сколько раз мы говорили про проказу? Как переводится проказа с иврита? Мицура — это тот, кто говорит плохие слова. И мы знаем, что в Писании Бог наказывал человека болезнью. Они становились белыми от проказы. Кто-то слышал такое имя Геродот? Историон явани, лифней, Иешуа нолад, катав бактива шело. Это греческий философ, историк, который еще до рождения Иешуа писал в своих трудах, что на Ближнем Востоке существует болезнь. Когда видят, что человек стал белым, говорят, что у него грязный язык. Это не только между народом израильским было такое. И, возможно, сейчас есть очень много разных мазей для того, чтобы заботиться о лице своем. Но Бог достаточно силен, чтобы на твоей жизни поставить белое пятно. И ты будешь этого очень стесняться. И другие будут тебя стыдиться. И чтобы не впасть в эту проблему, очень важно наблюдать за тем, что мы говорим про других. И быть более доброжелательным и положительным с другими людьми. И не устраивать ему возможности упасть в яму. И Петр говорит, людям, которые живут в рассеянии, Это такие люди, как мы. Почему как мы? Мы все жили в диаспоре, мы все жили в рассеянии. И мы научились культуре тех народов, в которых мы жили. И даже те израильтяне, которые родились здесь, все равно у них культура рассеяния. Потому что сейчас из-за того, что есть интернет, то все люди получают ту же информацию в любом уголке мира, в то же образование, все то же самое. И Петр говорит здесь: отложите от себя это и те вещи, которые мы уже выучили. И он говорит: отложите это от себя для того, чтобы возрасти вам во спасение. Потом он говорит очень интересное слово. И это 10-й урок на сегодня. Давайте мы будем читать с 3 стиха. איך נבחרה ויקרה לאלוהים, וגם אתם כאבנים חיות נבנים לבית רוחני, לכהונת קודש, כדי להעלות זבחי רוח רצויים לאלוהים בזכות ישוע המשיח. משום כך אומר הכתוב, הנני יסד בציון אבן פינה, נבחרה ויקרה, והמאמינים בה לא יבוש. И 2 глава с 3 по 6 стих. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иешуа Машиахам. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный и драгоценный, и верующий в него не постыдится». Здесь написано, что Иешуа Машиах, он краеугольный камень. Написано, что также и мы живые камни. И если мы смотрим на него, и мы соединяемся с ним, и мы заботимся, чтобы у нас был правильный образ жизни, тогда мы берем от него силу и изменяемся. Эвен. Камень. Лама есть по изишу казе дмуйшел эвен. Лама. Почему здесь именно за прообраз взят камень? Атем юдим аль аваним деарбе катув бетанах. Написано, что в Танахе вообще очень много написано про камни. И я сделал такое небольшое исследование, не глубокое, но все-таки сделал. И вам, когда вы вернетесь домой, я все-таки советую открыть компьютер и открыть симфонию или какой-то библейский словарь. Написано, что задать в поиске слово «камень» и посмотреть, что в Библии написано про камни. И если мы говорим про это местописание, Петр делает параллель с камнем, про который писал пророк Даниэль. Если вы помните, пророк Даниил жил во время вавилонского правления. И один царь, Навуходоносор, видел сон. И в этом сне он видел огромную статую. Кто помнит это место Писания? И часть этого сна было, что от Бога вышел камень и ударил по этой статуе и разрушил ее до конца. И этот камень вырос и наполнил собой всю землю. И пророк Даниэль истолковал этот сон, что это огромная статуя, которую увидел Навуходоносор, это царства, человеческие царства, вавилонское, греческое, римское и так далее. Это история, та история, в которой мы живем. И маленький камень, который упал на эту статую и полностью разрушил ее, и потом вырос и наполнил собой всю землю, это Божье Царство. И мы помним, что тот же парень, который написал послание Петра, кто написал послание Петра? Что тому парню в свое время Иешуа сказал? Иешуа сказал так: «Я скала, а ты Петр». Значит, камень. И на этом камне я построю свою общину. И давайте мы обратим внимание, что написано в Святых Писаниях про камни. Что-то очень интересное. Первый раз камень упоминается в книге Бытия. Если вы откроете Бытие 2 главу, в 12 стихе написано, и говорится про Эдемский сад, и там написано, и золото той земли хорошее, там бдолах и камень оникс. Маширли? Шохам. Эх, Амарти. Окей, мани я хол лагид, а гарон шили у гарон руси, а не ло я хол лагид. Так, всем умникам, которые здесь родились. Мани я хол асот. У нас есть русская речь. Байом ревии. Амарти кол азман лебахура башем халель, халель. Да, у нас язык по-другому вырос. Шохам. 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 А с кодем коль тавину. Во-первых, поймите, что книга Бытие — это книга основ. И любое толкование — это интерпретация. Вы понимаете, что любой перевод — это толкование. Что я имею в виду, когда я сказал? Что за выражение я сказал? Когда перевели книгу Бытия, один перевел так, другой перевел по-другому, и все это правильно, но все не точно. Если вы посмотрите на этот камень оникс, почему его перевели как оникс? Почему им вздумалось перевести его как оникс? Посмотрите. Здесь два раза есть буква «хей», есть буква «шин» и есть «мем». נכון, כשאני מסתכל על המילה הזאת ואני נולדתי במקום אחר וזה И когда я смотрю на это слово, я родился в другом месте, и для меня это новый язык, второй язык. Два раза буква «гей» используется только в слове «бог». И также шин используется буква в имени Бога. И когда мы говорим, буква «мем» используется в слове «Адам» — «человек». И в слове «человек» оно указывает на Мессию. Слово «Адам» — «Алиф» — это «человек». «Далет» — это «Давид». А «Мем» — это «Машиах». То есть видят связь через Адама, от Адама через Давида к Машиаху Иешуа. И вот здесь есть этот камень, который имеет странное название, и именно в раю он находится. Еще одно место. Вы поняли, что я имею в виду? Это такие указания, которые, ну, вот так. В Бытие, в 28 главе написано, Яков, когда убегает от своего брата Исава, и в какой-то момент светит солнце, Ярда. Шемеш ярда. Шокат. Лехашев. Аз Яков. Засветило солнце. И Яков берет камень и кладет его себе у изголовья. И он видит сны. Помните эту лестницу Якова? Утром он просыпается. И что каковы были его первые слова? Это Божий дом. И он на этот камень. Что он изливает на этот камень? Елей. Написано, что он был без ничего, ничего у него не было. Откуда у него там елей взялся? Но посмотрите, что странно. Есть камень. И имя этому месту Бейт-Эль. И на него изливают елей. זה גם משהו מצביע, אולי בעקיפים, אבל זה מצביע על אותה נקודה. Это показывает, может быть, окольными путями, но это показывает на именно на этот прообраз. Камень, который отвергли те, которые не хотели его принимать, но он стал краеугольным камнем, главой угла. Еще одно место есть. Написано в Бытие, в 31 главе. Яков, опять-таки Яков, находится у Лавана. И в какой-то момент он берет своих 4 жен и оставляет Лавана. А Лаван бежит за ним. Кто помнит этот рассказ? Потом они помирились. Потом они друг друга простили. И они ставят камень. И Лава называет этот камень Егар Сахадута. Что? Шахадута. Называет этот камень Шахадута. אז חבר שלי אלכס בלנד אומר לי שמילה הזאת באה ממילה שחיד. И мой друг Алекс Бленд сказал мне, что это слово однокоренное со словом шахид. Свидетель. Не мученик, свидетель. Нет, свидетель. Свидетель. Шахид – свидетель. Шахид – свидетель. И как Яков называет этот камень? Гилад. Гилад звучит лучше. Или Галет, или Гилад. Эх, мы тергимим. Ад. Эд это свидетель. А ад это вечный. Во веки веков. Возможно, не конкретное указание. Но Новый Завет использует подобные слова для того, чтобы указать на Иешуа и сказать: «Вот мой свидетель». Который был до создания этого мира и наблюдал. И сейчас он находится. И вы можете взять из него силу. И устроиться на нем так, как это сделал Петр. Или вы можете сдвинуть его. И в конце концов вы упадете, и потом еще этот камень упадет на вас и голову вам. Это слово для нашего поколения, особенно находящегося в Израиле. Исайя говорит. В 28 главе, в 16 стихе. «Вот я полагаю в основании на Сионе камень, и верующий в него не постыдится». Не постыдится. Мы можем очень много таких мест Писания найти. Псалом. В Псалме написано. На русском это 77-й псалом, на иврите, наверное, 76-й. И там написано, что он и разрушил скалу, ударил по скале и рассек камень в пустыне, напоил их, как из великой бездны. Как может камень дать воду? Но Новый Завет дает толкование этого места. Потому что этот камень был Машиах. Я хочу на сегодня завершить. Петр дает нам два домашних задания сегодня. Первое. Это самодисциплина. Помним? И второй урок. Если мы возлагаем нашу веру в Бога на камни Иешуа Машиах, тогда мы сами укрепимся. Как это происходит, я не знаю. Дороги веры — это дороги тайны. Но Бог внутри нас что-то делает. Делает работу. Но также Он и от нас требует заботиться о нашем характере. Вы меня услышали? И еще одно. Я не отказываюсь от того, что сказал про ваших детей. Если вы хотите детей, которые растут, чтобы они росли в вере, то вы приложите к этому усилия. Потому что если вы не будете заботиться об этом, через несколько лет будете плакать. такой возраст, как 14 лет, 15 лет, 16, 17 и даже 18. Это не тот возраст, в который ребенок может вам сказать, мне твоя вера не нужна. Когда в 45 лет он решит обратиться в ислам, тогда это его проблема. Но до 45 лет будьте ответственны за него. И они продолжат быть мессианскими верующими и не обратятся в ислам. Когда они станут 45 лет, тогда исламисты обратятся к вере в Иешуа. Давайте мы встанем и помолимся. Я верю в эту тайну, в тайну веры. Я также верю в том, что мы должны учиться. И жалко, что я задаю вопросы, и вы опять забываете, что мы учили в прошлый раз. Читайте Святые Писания. Прилагайте разум. И молитесь. Но я да верю в тайну. Я верю, что Бог избрал нас для этого поколения. Кто мы такие здесь? Мы простые люди. Но у нас есть возможность прикасаться к нечто великому. Я хочу сказать еще пару слов. Постойте. Вчера я сказала это своей дочке. Нет никакого сомнения, что у каждого верующего есть какой-то дар. У одного есть один, у другого другой, неважно. И Бог использует наши дары, чтобы прикоснуться к этому миру. А мы никогда не знаем, каким будет результат. И есть дар прикоснуться. У меня есть дар прикоснуться к вам. Но вы верующие. Так что я могу с вами сделать? Ничего. Возможно, немного ободрить вас. Но вы находитесь в этом мире. И многие находятся много с неверующими. И Бог через вас может прикоснуться к другим людям, даже без того, что вы будете это понимать. Он просто будет прикасаться. И внешне ничего не изменится. Но внутри будет что-то устраиваться. И в один день, когда случится то, что написано в Захарии, он изольет дух. И все эти маленькие прикосновения ваши к неверующим вдруг станут теми прикосновениями, которые соединятся со Святым Духом. И там будет производиться жизнь, и спасение, и вечное призвание Израиля. Почему нам нужно на правильную позицию, поведение в Иешуа? Почему мы должны быть люди, которые отдаляются от похоти плоти, от плохих вещей? Потому что тогда для тех людей, которые не верят, у них будет провокативный пример. И вы, да, сможете прикоснуться к ним в это время. Но если вы такие же, как они, ויש רשע ויש את כל הדברים הלא נכונים. И у вас есть зло и все эти неправильные вещи. אז אתם סוגרים לרוח הקודש הזדמנות לגעת בעולם הלא נושע. Тогда вы закрываете для Святого Духа прикоснуться, эту возможность прикоснуться к неверующему миру. אבינו שבשמיים, Отец наш Небесный, תעזור לנו, помоги нам, קודם כל, לגדל בית שלנו, во-первых, устроить наш собственный дом, לגדל אותו באמונה, вырастить его в вере. איך לתרגם נכון מילה עזיבה? עזיבה, כן, עזובים. אני מרגיש, אני כבר מהתחלת השתחוויה מרגיש שיש פה רוח של עזיבה שנוגעת בכמה מהאנשים. Я с самого начала поклонения чувствую, что здесь есть дух покинутости, отверженности. יש אנשים שמרגישים את זה. Есть люди, которые чувствуют его. Они готовы наполнить себя чем угодно, лишь бы чем-то наполнить. Потому что этот дух отверженности работает. И я противостою этому духу отверженности во имя Машиаха Иешуа. Вы можете закрыть глаза и поднять руки. Поднимите руки ваши, закройте глаза ваши. Я запрещаю этому духу отверженности именем Господа Иешуа удалять нас от веры и призвания. Во имя Иешуа Машиаха я молюсь. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Шаббат шалом и шавуа тов.